Где-то плавится небо с землей, и свинцовая воет пурга. Это лютый февраль, день седьмой, Кандагар. В обороне разведка полка, только 78 ребят. С ними аэропорту приказ выстоять. У старлея из векова жизнь, шурави боевыми крестить. Положись на него, положись, Господи. Может матом шарахнуть в упор и свинцовый принять гонорар, а в приказе ему приговор Кандагар. У разведки особенный стиль, и Аллах ей совсем не Акбар. Только этого ей не простит Кандагар. Вот уже пара диких атак захлебнулись тупой тишиной, но взлетают, взлетают борта за спиной. Держит марку бродяга десант против нескольких тысяч стволов, и не надо в приказах писать лишних слов. И доволен и горд командир, и потери пока ни одной. Значит, Лёшка достойно крестил пацанов. Может, в том командирский престиж, тайный смысл офицерских бравад, чтобы тельнички красила лишь синева. Чтоб с собой заслонить от солдат приоткрытую райскую дверь и на базу доставить отряд без потерь, без потерь. Может, в том офицерская честь груз войны выносить на плечах, не скулить и в герои не лезть, и молчать. И молчать, как бойцов по команде отход прикрывал без разбора поля, как последним ушел из того февраля. А потом будет марш на союз, и крещатик, и старый подол, где разведчику минус и плюс отчий дом. А потом ксивы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена. Все потом, все потом. А покуда грызайся в бетон и песком набивай вещмешки, в обороне разведчики кто? Смертники. И опять наблюдательный пост знать дает о подходе врага, и неделя до вывода войск